Приветствую вас, мои дорогие друзья, подписчики и гости моего канала. Сегодня 21 ноября. У нас чудесная погода. Днем до плюс 14-15 градусов. И сегодня у нас с вами будет деловая расходка и прогулка к морю. Вот и пролетел еще один год моего пребывания в Болгарии. И, как обычно, каждый год мы собираем справки, чтобы подать документы на продление ВНЖ. Что хочу сказать. Подробно я рассказывать вам об этом не буду сейчас, потому что у нас уже было видео в прошлом году подробное. Если кому-то еще нужно будет, то пишите в комментариях, отвечу на ваши вопросы. А что я заметила в этом году? В общем, конечно, хочу сказать, что цены на все поднялись. Страховка сейчас стоит уже не 160 рублей лева, извиняюсь, а 175 лева. Ну, она немножко, но подорожала. Страховой взнос, это пошлина в миграцию, 10 лева плюс комиссия. И на вашем счету банковском должно быть 12 минимальных пенсий, а эта сумма порядка 6400 лева. Так что вот как-то так. Да, нужно еще заверять справку из пенсионного фонда, которую вы получали в России. И вот эта справка, заверенная у нотариуса, тоже теперь уже немного подороже. Но вот в этом году у меня эта справка обошлась в 16 лева. Около 16 лева, если точнее. Ну, в зависимости у кого там сколько страниц, вот у меня как-то так, вот такая сумма. Так что не только жизнь дорожает, но и каждая справка тоже дорожает. Ну, ничего не поделаешь. Как говорится, если ты не сможешь изменить ситуацию, прими ее такой, какая она есть. Конечно, мы все принимаем с радостью, и вся наша жизнь в легкости, в радости и абсолютном великолепии. Думаю, что у вас точно так. Еще хочу сказать, что в банке за оформление выписки со счета, справки для миграции, тоже есть комиссия. В моем банке она составляет 20 лева. Я иду гуляю, все-таки хочу еще раз напомнить, какие документы нужны для подачи на ВНЖ. В общем, заверенная справка из пенсионного фонда. Так, выписка из банка со счета. Копия паспорта, копия ВНЖ. А в паспорте, обратите внимание, что нужна копия не только первой страницы, но еще дата последнего въезда в Болгарию. Вот на это обратите внимание. И еще у меня это был нотариален акт, а кто снимает жилье, то, соответственно, договор аренды, ну и прочие документы, которые подтверждают, что вы здесь имеете жилье. Я уже знаю, как обычно, всегда какие-то вопросы бывают, поэтому решила подытожить и еще раз напомнить о том, какие документы нужно собрать для подачи на продление ВНЖ. Я продлеваю уже в третий раз. Но чтобы получить постоянное место жительства, ПМЖ или ДВЖ, нужно прожить в Болгарии 5 лет. И очень много споров по этому вопросу. Но из 5 лет можно 10 месяцев только отсутствовать в Болгарии суммарно. Все остальное время проживать в Болгарии. Поехала я сейчас вместе с вами погулять в центр и к морю.
приглашаю вас на прогулку в этот чудесный солнечный денек. Мы с вами прогуляемся. Я пришла на остановку на Смедном роднике. Смотрите, какая красивая панорама. У нас в Бургасе все остановки такие красивые, крытые. Цветы. И вот показывает датчик, лента показывает, когда будет ваш автобус и название остановки. Я сейчас стою на остановке Захарий Стоянов. Захарий Стоянов – это болгарский революционер, политик и журналист. Какое чудесное сегодня море. Погода тоже классная. Народу гуляет много. Солнышко такое яркое. Давайте ближе к морю подойдем. Наш черный лечебный песочек. Погода такая сегодня спокойная, безветренная, поэтому легкие-легкие волны. Ракушки намывает. Вдалеке Гасский пирс. Смотрите, как местами намывает ракушки. Вот здесь, а здесь просто песочек. И вот опять, а потом опять песочек. Сколько ракушек намыло. Сегодня два корабля стоят. И так интересно, они сегодня повернулись к нам, как будто просто два белых корабля смотрятся. А вот там вдалеке еще. Да, еще что-то виднеется вдалеке. Еще один корабль. Подальше, подальше. Волны пенятся у берега. А вот самолеты рассекают небо, потому что здесь у нас прям недалеко находится аэропорт. Ой, как я люблю наблюдать за небом вообще. Смотрите, какая красота. А вчера я показывала в коротком видео. Вечерний закат был просто потрясающий. А сегодня, смотрите, какое же небо-то. Ой, классное. Море и небо. Два символа бесконечности. Ой, супер. Вот они, мои любимчики. Красавчики. Увидали, что я снимаю? Так.
Так, сейчас пойдем их кормить рыбой. Да, классно, вот так вот прокатиться. А как они медленно едут-то, гребут. Развлечение в удовольствии. Плывут, болтают. Солнышко заходит и становится сразу прохладно. А вот представляете, еще и купаются, вот. Да, ох, молодцы, купаются. Я думаю, что холодно купаться, ай. Кто на лодочке катается, а кто купается. Вот, искупались, молодцы. Настоящие спортсмены, моржи. Искупались, еще и идут по холодному песку. Ой, вот молодцы-то. Летний театр в парке опустел. Остались такие красивые клумбы. И котики гуляют. И вот еще, обожаю эти клумбы, когда в них высаживают Анютины глазки. Такая красота. Да, все пусто в парке. Все киоски с мороженым позакрывали. Лето кончилось. А красота цветочная осталась.